Самаре воскресенье ограничат движение транспорта. Это связано с празднованием Дня города. Так, с 9 утра до 11 вечера перекроют Волжский проспект от Ульяновской до Лесной. Лесную от Волжского проспекта до Осипенко недоступны для проезда будут и Чкаловский спуск, а также улицы Маяковского и Полевая от Молодогвардейской до Волжского проспекта. Напомню, главное мероприятие состоится на второй очереди набережной у памятника Засекину. Основная программа стартует в полдень. На сцене выступят лучшие артисты Самары, творческие подарки привезут коллективы из районов и малых городов. А хедлайнером станет дискотека «Авария». Впервые в рамках празднования дня рождения Самары пройдет парад кораблей, а в небе состоится авиашоу. С самарцами встретятся послы города, организатора чемпионата мира по футболу, космонавт Олег Кононенко, знаменитый теннисист Анастасия Мыскина и экс-игрок «Крыльев» Евгений Савин. Кроме того, тоже впервые в День города будет работать молодая сцена. Здесь ждут поклонников уличной культуры. Состоятся танцевальные и рэп-баттлы, КВН-марафон, его ведущие чемпионы высшей лиги команда «СОК». А завершится праздник салютом в 22 часа.